Временнее для тебя спелкаю. Самодеятельного художественного творчества «Многоцветие талантов 2022». Что ж, дорогие друзья, открывает наше торжественное мероприятие государственный гимн Республики Беларусь. Thank you.
Просим вас присаживаться. Ну что же, наш конкурс вписан в историю здравоохранения как яркое и захватывающее событие. Проект «Многоцветие талантов» свидетельство многогранности ваших дарований и талантов. Уважаемые работники системы здравоохранения, вы не только мастера в своем деле, в своей профессии, но и создатели праздничного настроения. Ну и, конечно же, спасибо вам большое за спасенные человеческие жизни, за умение лечить и дарить нам, людям, радость. И я думаю, что Екатерина не даст мне соврать, что мы все абсолютно искренне восхищаемся вами и тем, что вы для всех нас делаете. Спасибо вам. Сегодня с этой сцены звучат слова благодарности первичным профсоюзным организациям, руководителям организации системы здравоохранения, Министерству здравоохранения Республики Беларусь и Республиканскому комитету Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Именно при их организационном участии успешно прошли, отборочные туры, и в эти мгновения таланты слились в единое творческое шоу, и мы благодарим вас. Профессия работников системы здравоохранения – одна из самых сложных и уважаемых в мире. Постигать ее долго и порой нелегко, но результаты этой работы превосходят все ожидания. Это улыбки и благодарность за спасенные человеческие жизни. Еще раз благодарим вас. И в этом году учреждения здравоохранения республики пополнили более 4000 медицинских сестер, около 5000 врачей, из них 2000 интернов. Их сердечно встретили трудовые коллективы каждого учреждения и с радостью приняли в свою большую семью. Ну а я отмечу, что молодые специалисты приняли участие в конкурсе, и сегодня мы увидим их на этой сцене. Ну и большая часть этой молодой команды сегодня здесь, в зале. Давайте поприветствуем их на старте профессиональных вершин. Аплодисменты молодежи, и молодежь сама себе тоже может поаплодировать, сколько еще впереди. Мы хочется пожелать, чтобы вы, молодое поколение врачей, медработников, счастливы, вписывали свои имена в летопись медицины нашей страны. Также в этом зале присутствует не только молодое поколение, но и наставники медицинской отрасли, которые являются достойным примером для молодежи. Приветствуем вас громкими аплодисментами и шлем вам свои слова благодарности. Мы сегодняшняя встреча – это свидетельство единства настоящего и будущего медицинской отрасли нашей страны. Она объединяет в одно не только творчество, но и опыт, молодость и трудовые коллективы отрасли здравоохранения. Ну что же, дорогие друзья, для приветственного слова на сцену приглашается первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Краткова Елена Николаевна. Молодые специалисты, наставники, руководители, члены профсоюза, медицинские работники нашей страны. Я хочу от всей души, лично от себя, от Министерства здравоохранения поздравить в первую очередь наших молодых специалистов, присутствующих сегодня в зале. Молодых специалистов, которые пришли работать в РМПЦ, учреждение 4 уровня. Я хочу пожелать им успехов. Я хочу пожелать, чтобы они реализовали все, что они задумали, чтобы они стали профессионалами. А для этого у них есть все условия. А самое главное, рядом с ним есть опытные, грамотные, преданные своей профессии наставники. Спасибо вам большое, наставники. Труд, за вашу частичку души. Ведь общеизвестно, как встречает в коллективе, так и дальше работает человек. Так у него и желание
остаться в этом коллективе. И я сегодня с гордостью могу сказать, что в целом по республике в нашей отрасли закрепляемость одна из самых высоких – 80%. И заслуга в этом всех медицинских работников, начиная от руководителя, заканчивая наставниками. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья. Я хочу, чтобы наше здравоохранение процветало. Оно в ваших руках. И поздравить вас с праздником. Хочу сказать спасибо отдельно Республиканскому профсоюзу. Ведь сегодня уникальное событие. Сегодня поздравлять будут медицинские работники, наши таланты. И их много. И это тоже наша гордость. С праздником, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Елена Николаевна. Мы вас ни в коем случае не отпускаем, потому что сейчас начнется церемония награждения. Что ж, за многолетнюю плодотворную работу, активную жизненную позицию, профессиональное наставничество, значимый личный вклад в подготовку медицинских специалистов, благодарность министра здравоохранения Республики Беларусь вручается. Артемовой Наталье Александровне, ученому-секретарю дирекции государственного учреждения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктору медицинских наук, доценту. Уважаемая Наталья Александровна, оставайтесь с нами на сцене, будем принимать других награжденных. Итак, далее на сцену приглашается Драгун Татьяна Аркадьевна, врач-фтизиатр, заведующий консультативно-поликлиническим отделением государственного учреждения Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии. И на сцену приглашается Казнякова Ирина Николаевна, медицинская сестра палатное педиатрического отделения для новорожденных детей государственного учреждения Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Нерадько Наталья Федоровна, главная медицинская сестра государственного учреждения Республиканский научно-практический центр кардиология. Благодарность вручается Пашкевич Людмиле Антоновне, заведующему лабораторией клинической морфологии государственного учреждения Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, доктору медицинских наук, профессору. Итак, мы продолжаем нашу церемонию награждения. За добросовестный труд, активность и инициативность в работе, оказание медицинской помощи, благодарность министра здравоохранения Республики Беларусь вручается молодежи. Кизикевичу Олегу Валерьевичу, врачу-хирургу кардиологического отделения номер 3 государственного учреждения Республиканский научно-практический центр кардиологии. Ну вот и начали мы разбавлять нашу женскую команду награжденных. Итак, благодарность вручается Самсону Максиму Андреевичу, врачу-детскому хирургу государственного учреждения Республиканский научно-практический центр детской хирургии. Включается Хилашвили Саламе Рамазовне, врачу-патологоанатому патологоанатомического отделения государственного учреждения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Ну что же, еще ваши аплодисменты нашим награжденным. Церемония продолжается, поэтому мы просим всех оставаться на нашей праздничной сцене. Ну а мы приглашаем к нам на сцену Шилу Вячеслава Дмитриевича, председателя Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня замечательное мероприятие, которое мы организовали по двум таким важным направлениям. Многоцветие талантов. Это тот творческий конкурс, который мы проводим на уровне республики. И второй этап финала республиканского конкурса проводим на уровне республиканских учреждений. И мы подведем этот этап сегодня, послушаем наших замечательных, талантливых врачей, средними персоналов, наших работников системы здравоохранения. И сегодня же мы подводим итог той работы, которую проводим совместно с Министерством здравоохранения по работе с молодыми нашими специалистами, которые влились в наши коллективы. И это очень важно, что молодых специалистов, которые пришли в коллектив, встретил коллектив, где они будут работать. А нас на республиканском уровне 46 организаций. Сегодня в зале присутствуют наставники. И обращаясь к ним, хотелось бы, чтобы вы не только встретили молодое наше поколение, которое станет профессионалами, которое заменит нас, но и поддержали на их пути становления. И вот этот симбиоз должен продолжаться и дальше, из года в год. Обращаясь к молодым специалистам, я хотел бы пожелать им успехов. И успех этот зависит, конечно же, важный раздел это наставничество, но и от вас самих, присутствующих здесь, и которые остались где-то в коллективах, работать сегодня уже. От вашего труда, от вашей целеустремленности, от вашего желания достигать, познавать, зависит ваш успех в вашем профессиональном росте. Вам повезло, вы работаете, будете работать на четвертом уровне оказания медицинской помощи. Там, где наука, там, где практика, там, где мероприятия по организации оказания медицинской помощи в целом по республике. И это почетно, но в то же время на вас очень большая ответственность за то, как четвертый уровень работать будет в перспективе. Поэтому дерзайте, развивайтесь, а мы всегда поможем вам. Обращаясь к нашим председателям первичной профсоюзной организации, вы должны быть рядом с нашим молодым поколением. И сегодня творческий конкурс. Слова благодарности республиканскому комитету, моим коллегам, за его организацию в столь короткие сроки, позволяет действительно объединить коллективы, объединить поколения, ну и с позитивом двигаться вперед. А цель одна – работать и оказывать медицинскую помощь нашим гражданам. Нам, вместе здесь присутствующим, которые за этими стенами. С праздником вас, хорошего здоровья, ну и наслаждайтесь этим вечером. Спасибо. Спасибо большое, Вячеслав Дмитриевич, за напутственные слова. Итак, переходим к церемонии награждения, продолжаем ее за многолетнюю добросовестную работу, личный вклад в формирование молодых специалистов, высоких нравственных принципов, чувство долга и ответственности, уважение к профессии, нагрудным знаком отличия лучший наставник Белорусского профсоюза работников здравоохранения наградить. Былинскую Наталью Евгеньевну, заведующую аптекой номер 13 торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Биофармация». Горностая Ивана Ивановича, заведующего оториноларингологическим отделением для взрослых. Да, видите, все-таки, друзья, нужно было больше потренироваться. Тем не менее, для взрослых стационаров государственного учреждения Республиканский научно-практический центр оториноларингологии. Всех Светлану Ивановну, медицинскую сестру психиатрического отделения государственного учреждения Республиканский научно-практический центр психического здоровья. На
наградить Козлову Светлану Владимировну, заместителя директора по клинической работе государственного учреждения Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации. Совестный труд, содействие развитию и укреплению профсоюзного движения, благодарностью Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения из числа молодежи наградить. Щербинскую Елизавету Сергеевну, председателя молодежного совета младшего научного сотрудника клинической лаборатории профилактической медицины Республиканского унитарного предприятия научно-практический центр гигиены. Колчанова Илью Сергеевича, врача-анестезиолога-реаниматолога детского государственного учреждения Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Выбирают самые сильные, смелые и очень ответственные люди. С годами эти качества соединяются с мудростью и практическими знаниями, перерастающими в бесценный опыт. Именно этот опыт передается из поколения в поколение. Как символ преемственности поколений от опытнейших флагманов профессии передается хрустальный ключ молодому поколению. Итак, прямо сейчас, да, можно это поддержать аплодисментами. Вот этот самый ключ, и мы сейчас просим уважаемых Елену Николаевну и Вячеслава Дмитриевича передать символический ключ в опытные руки наставника Артемовой Натальи Александровны, ученого-секретаря дирекции государственного учреждения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Уважаемая Наталья Александровна, несколько слов для напутствия молодому поколению. Уважаемые коллеги, мы сегодня поздравляем наших молодых специалистов с началом их трудовой деятельности и желаем, чтобы они стали профессионалами своего дела. Для этого есть все необходимое. Наши медицинские учреждения оснащены самым современным оборудованием. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые готовы передавать и передают свои знания и опыт молодежи. Для этого нужно только ваше желание, чтобы вы освоили эти знания и претворили их в жизнь. И самое главное, любите свою профессию, тогда у вас все получится. Желаем вам! Желаем вам удачи во всем и передаем этот ключ знаний в добрый путь. Что ж, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты ключ получает Кизикевич Олег Валерьевич, врач-хирург кардиологического отделения номер 3 государственного учреждения Республиканский научно-практический центр кардиологии. Ну что ж, ответное слово вам. Спасибо большое. Приветствую всех в этом зале. Очень много сегодня сказали раз слово «наставник». Пожалуй, это самое необходимое, в чем нуждаемся мы во время нашего обучения и на протяжении становления как врачи. Будучи еще студентами, на протяжении всех курсов мы ждем от наших наставников помощи в этом новом и, пожалуй, очень сложном мире для нас. Ждем и впитываем те важнейшие знания и навыки для нашей будущей профессии. И, конечно, ждем помощи в выборе будущей специальности. А приходя на наше новое первое место работы, мы всегда мечтаем, надеемся встретить, получить наставника, который поможет нам пройти через первые, наверное, самые сложные годы. Сегодня, являюсь молодым специалистом, врачом, от всей молодежи здравоохранения мне хотелось бы выразить безмерную благодарность за тех прекрасных наставников, которых нам посылает судьба на протяжении нашего жизненного пути.
И также хотелось бы сказать, что мы берем от вас самое лучшее и притворяем это в жизнь наших пациентов. Также отдельную благодарность хотелось бы выразить Республиканскому профсоюзу работников здравоохранения за ту важную и нужную помощь и защиту, которую вы оказываете нам. Ну и, конечно, руководству Министерства здравоохранения за тот неоценимый вклад и за то, как мы видим в последние годы, все больше и больше внимания уделяется молодежи, уделяется внимание практикоориентированности нашего обучения. Это, безусловно, поможет более эффективно и с меньшими трудностями пройти наше становление. А для будущих коллег хотелось бы сказать очень простую, но очень важную мысль. То, где вы окажетесь в будущем, и то, каких высот вы достигнете, напрямую зависит от тех усилий, которые вы приложите сейчас. Наша профессия настолько же интересна и важна, насколько она и трудна, и цена ошибки очень высока. Впитывайте все то, что вам дают наставники, пока у вас есть эта возможность. Спасибо. Спасибо большое, и ваши наставники уверены, что этот ключ поможет вам открыть все тайны такой важной, но такой нужной каждому из нас профессии. Спасибо. Ну что же, уважаемые награжденные, уважаемые почетные гости, сейчас общее фото на память я предлагаю сделать. Подойдите чуть ближе к краю сцены. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты. Под ваши аплодисменты, конечно же, может быть, да, чуть-чуть. Давайте увековечим этот прекрасный так, праздник. Чуть-чуть фотографы просят вас стать плотнее друг к другу, чтобы все поместились. Не забывайте улыбаться, профессия у нас действительно важная. Сложная, но без улыбки, я думаю, в ней точно никуда. Тем более будет приятно посмотреть памятное фото, на котором вы все счастливы в этот праздничный день. Спасибо большое, и мы приглашаем почти всех, да, кроме Вячеслава Дмитриевича, занять ваши места в нашем праздничном зале. Уважаемые награжденные, Елена Николаевна, приглашаем вас в зрительный зал. Вячеслав Дмитриевич, а вас мы попросим остаться. Спасибо, еще раз поздравляем. Я думаю, что наши герои заслуживают аплодисментов. Символично, что наше мероприятие вплетается в события недели родительской любви, которая впервые объявлена в этом году в нашей стране. Теперь День матери, который мы празднуем 14 октября, и День отца, который, кстати, мы празднуем сегодня, составляет логичную пару, ну, наконец-то. Ну, что хочется сказать? Хочется, наверное, пожелать всех благ нам, мужчинам, нам, отцам. И я думаю, если прекрасные дамы нас одарят аплодисментами, каждому отцу или будущему отцу в этом зале будет, безусловно, приятно. Спасибо большое вам. Еще раз поздравляю, конечно же, вас, милые дамы, с прошедшим Днем Матери. Ну, а мы продолжаем наш праздник и начинаем торжественное награждение творческих талантов. Под ваши аплодисменты мы приглашаем всех участников второго этапа республиканского конкурса самодеятельного художественного творчества «Многоцветие талантов 2022». Среди первичных профсоюзных организаций, находящихся на промобслуживании в республиканском комитете профсоюза. Ну что же, и церемония награждения продолжается. За участие в республиканском конкурсе самодеятельного художественного творчества «Многоцветие талантов 2022» награждаются Адамович Валентина Владимировна, медицинская сестра туберкулезного лекарственно-чувствительной формы отделения для взрослых номер 1 государственного учреждения Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии. Турико Дмитрий Александрович, инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики Республиканского унитарного предприятия «Белмедпрепараты». Шлык Полина Алексеевна, химик Республиканского унитарного предприятия «Белмедпрепараты». Филиппович Юлия Николаевна, медицинская сестра стоматологического отделения государственного учреждения Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника.
Ирдун Ольга Сергеевна, медицинская сестра-анестезист отделения реанимации номер 2 для детей, государственное учреждение Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии. Русинова Анна Сергеевна, фармацевт Рецепкар, аптеки 4 категории в составе аптеки номер 67 торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация». Шелкова Полина Андреевна, заведующая аптекой 4 категории в составе аптеки номер 59 торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация». Гаврильчик Антонина Михайловна, санитарка государственного учреждения Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Волкова Кристина Михайловна, медицинская сестра онкологического отделения государственного учреждения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Волосюк Виктор Валерьевич, фельдшер-лаборант клиника диагностической лаборатории государственного учреждения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Дипломом авторское вдохновение награждается Баранчикова Татьяна Леонидовна, лаборант кафедры пластической хирургии и тубостеологии государственного учреждения образования Белорусская медицинская академия после дипломного образования. Дипломом авторское вдохновение награждается Юрьевич Вадим Валерьевич, заведующий клиникой диагностической лаборатории государственного учреждения Республиканский научно-практический центр оторинолорингологии. Браво, Екатерина, браво! Ну что же, диплом за подрывку народных традиций награждается Грицкевич Елена Петровна. Цветовод государственного учреждения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Дипломом за стремление к победе награждается Томашевич Инна Николаевна, главный специалист Республиканского унитарного предприятия Центра экспертизы и испытаний в здравоохранении. Итак, приз зрительских симпатий вручается Артю Владиславу Михайловичу, ведущему лаборанту кафедры хирургии и трансплантологии учреждения образования Белорусский государственный медицинский университет. В номинации «Вокал» третье место заняли и награждаются памятным призом. Русаковская Екатерина Валерьевна, медицинская сестра государственного учреждения Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения. Потапенко Екатерина Дмитриевна, провизор-интерн, аптеки номер 59 Республиканского уникального предприятия «Белфармация». Постоялкин Сергей Иванович, начальник отдела технического обслуживания отделения трансплантации и операционного блока государственного учреждения Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Итак, второе место заняли Нехайчик Юлия Алексеевна, микробиолог микробиологической лаборатории общества с ограниченной ответственностью Борисовский завод медицинских препаратов. Также второе место присуждается Смирнову Денису Александровичу, лаборант кафедры хирургии и трансплантологии учреждения образования Белорусский государственный медицинский университет. Ну и самое время перейти к первому месту. Итак, Гусов Игорь Сергеевич, врач-хирург тугопулезного хирургического отделения государственного учреждения Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии. У нас есть еще одно первое место, и его заняла Драгушевская Инна Александровна, заместитель генерального директора, начальник отдела маркетинга, внешнеэкономической деятельности и тендерных закупок торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация». Это были номинации вокала, сейчас номинация хореографии. Итак, третье место заняли. Сивая Юлия Владимировна, медицинская сестра государственного учреждения Республиканский научно-практический центр психического здоровья. Нестовский Юлия Леонидовна, специалист по фармаконадзору унитарного предприятия Минск Интеркапс.
хореография и второе место. Его заняла Киркевич Ольга Георгиевна, ведущий инженер по стандартизации и сертификации республиканского унитарного предприятия «Белмедпрепарат». И под ваши бурные аплодисменты мы переходим к первому месту. Хореография. Итак. Его заняла Миренкова Екатерина Игоревна, товаровед отдела оптовых закупок республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника». Мы продолжаем чествование победителей. У нас номинация «Ансамбли». Третье место заняли. Дуэт государственного учреждения Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии в составе Барковская Илона Викторовна, медицинская сестра процедурное неврологического отделения номер 1 и Вечер Юлия Анатольевна, фельдшер-лаборант клиники диагностической лаборатории. Наши бурные аплодисменты дуэту государственного учреждения Республиканский научно-практический центр психического здоровья в составе Дурович Анны Александровны, специалиста по кадрам, и Лукши Светланы Константиновны, сестры-хозяйки. И в номинации «Ансамбли» первое место присудили ансамблю «Вдохновение» государственного учреждения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Что ж, а мы переходим к награждению в номинации «Инструментальные жанры». Третье место занимает Паникарчик Анна Федоровна, фармацевт 32, аптеки номер 21, торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация». В номинации «Инструментальный жанр» второе место заняла Сенкевич Александра, провизор рецептар аптеки номер 3 торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация». Что ж, первое место единодушно присуждено Бойко Юлии Александровне, фармацевт рецептару аптеки номер 8 торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация». Наши поздравления предприятию «Белфармация». В этой номинации все призы ваши. Ну а мы не останавливаемся, продолжаем дальше и переходим к награждению номинации «Оригинальный жанр». Итак, третье место завоевала Петрович Галина Николаевна, экономист государственного учреждения Республиканский научно-практический центр психического здоровья. Второе место завоевала Чеплинская Елена Геннадьевна, врач-офтальмолог первой категории унитарного предприятия «Белмедтехника». Ну что же, все мы ждем первое место, но по решению жюри первое место в номинации не присуждается в этом году. Ну что же, вот я честно скажу от себя, столько медработников без белых халатов в своей жизни я просто не видел. Столько ярких, улыбающихся. Ну это просто потрясающе, правда. Вот честно, от всего сердца я хочу сказать об этом. Вот давайте такими вас яркими, творческими запечатлеем сейчас на наши фотоаппараты. Общее фото мы всех приглашаем сюда. Может быть, чуть-чуть ближе, да, наверное, уважаемые фотографы, подскажите. Чуть ближе и чуть плотнее. Расположитесь, чтобы все-все-все попали обязательно в кадр. А мы с Екатериной постоим в сторонке. Всех видно? Сейчас все расставят себя и... Ну что ж, ваши бурные аплодисменты, друзья. Вы одарите улыбкой зрителей, которые вам аплодируют, пожалуйста. И меня тоже спасибо, мне безусловно приятно, но я думаю, что мне будет приятнее вдвойне. Ну что, уважаемый Вячеслав Дмитриевич, уважаемые участники, номинанты, призеры, еще раз спасибо вам огромное за проведение церемонии награждения. Спасибо вам огромное за то, что дарите окружающим не только свои улыбки, но и потрясающий талант.
приглашаем вас занять свои места за кулисами в зрительном зале. Что ж, мы переходим к следующей части нашего торжественного мероприятия. К не менее интересной части, которую, я думаю, ждали все. Благодарим вас. Звезды, концерты, которые вот-вот стартуют, готовятся за кулисами. Скажу вам по секрету, я сам там был, они волнуются, поэтому ваша поддержка, ваши аплодисменты, улыбки, к сожалению, не так сильно видны отсюда из-за софитов, да они все равно они будут чувствовать, поэтому поддержите каждого из тех, кто выйдет на эту сцену. Живу в Беларуси, дышу Беларусью, пою Беларуси, люблю Беларусь. Пусть все, что во мне, в тебе, в нас, воспевает ее красоту, щедрость, традиции, пусть всегда звучит ее мелодичный язык, а искренность помыслов и уверенность в новом дне дарят вдохновение. Сейчас будет вдохновение. Открывает концертную программу ансамбль «Вдохновение» Государственное учреждение Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Oh!
программу Екатерина Русаковская, медицинская сестра в государственном учреждении Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения и хореографический ансамбль «Блескави». Песня Вадима Юревича, заведующего клиникой диагностической лаборатории Государственного учреждения Республиканский научно-практический центр оторино-ларингологии. Добрый вечер, дорогие друзья, как настроение? Сейчас оно будет еще лучше. Предлагаю петь вместе со мной. Слова простые, буква О. Я люблю до солнца.
зеленый свет отражает. Дипломного образования и заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь. Детский хореографический ансамбль «Озорные огоньки» Дворца культуры и спорта железнодорожников. Встречайте! Красками рисует мир. Все мечты исполнятся,
Ковальчикова ваши аплодисменты. Но пора творчество талантов продолжает литературно-музыкальная композиция «Мой дневник», в которую вошли авторские строки Елены Чеплинской. Исполняет автор Елена Чеплинская, врач-офтальмолог первой категории унитарного предприятия «Белмедтехника» и студенты кафедры режиссуры Белорусского государственного университета культуры и искусств. Ваши аплодисменты, наш теплый праздничный зал. Встречи. Мне нравится, нравится вам. И чувствовать милую тайну. Не сказаны явно слова, что встреч не бывает случайных. Не сказаны и хорошо. Молчание надежнее, дороже. Он рядом, но мимо прошел. По жизни я тоже, я тоже. Под плачущей осенней синевой, под сенью обнаженных тихих ив, постой, чтоб насладиться тишиной, почувствуй восхищение прилив. Под ливень листопада улыбнись, подумаешь, тревожат холода. Пусть раньше зажигаются огни в пустых и потемневших городах. Прощание рыдает осень хмурым ноябрем, смывая грязь с холодной мостовой. По улицам знакомым мы идем, вздыхает город мокрый и пустой, а в окна дождь неистово стучит, былые чувства верно храня. Но даже если осень промолчит, любовь простить обязана меня. Осенний шепот желтых хризантем, холодный ветер перемен осенних. Вначале солнце и дожди, затем по всем дворам мерцающие тень. Осколки света, яркий листопад, осколки лета, бархат с кустами. Любви осколки звездами горят, в прозрачном небе тихими словами. Отдела технического обслуживания отделения трансплантации операционного блока Государственного учреждения Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. И с тобой, и с любовью
посадим себе под окно. А белый лебедь на пруду качает большую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Учреждение Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника и балет «Блискави». Ваши аплодисменты, друзья! Буду я любить тебя всегда, жизнь твою с тобой.
земле никто и никогда не любил, как я тебя люблю. Буду я любить тебя всегда, жизнь свою с тобой разделю. На земле никто и никогда не любил, как я тебя люблю. Только прикоснусь к руке твоей, нежности нежней, чем прикосновение руки. Буду я любить тебя всегда, жизнь свою с тобой разделю. На земле никто никогда не любил, как я тебя люблю. А часы как будто не идут. Больше нет на свете ничего этих затянувшихся минут. Буду я любить тебя всегда, жизнь твою с тобой разделю. На земле никто никогда не любил, как я тебя люблю. Буду я любить тебя всегда, жизнь твою с тобой. Республиканского унитарного предприятия «Биомедпрепараты». Ну что, творец, зажгем эту сцену! Не слышу!
потерял 200 килограмм, ведь не пьет, не ест мета. Конспектор пишет песни, песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Юля, и мы с ним кровные враги. Юля, потому что не со мной, а ты с ним. Юля, Юля, пусть не рассудит пуля. Перемотай пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый атом, зал заваленный. Экзамен ни одного предмета я не знал, что репетиции перед тобой боюсь нагрузиться. И в эту песню не сумел вести тех своих чувств, но на всю жизнь я заучил. Мечты твои распишенаются, я не знал, что я тебе посвятил. Ты мой самый первый трек из них, и тихо пустых. Или еще, чтобы ты заплакал, и пусть звучат они все одинаково. И пусть подарено и не того, кто сумел на гитаре сыграть с ним. Вот и стоит и красиво платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Номер 67 Республиканского унитарного предприятия Белфармация и балет «Феерия». Встречаем не менее бурными аплодисментами, друзья! Thank you.
ваши аплодисменты. В мир музыкальных красок и гармонии вас приглашает Денис Смирнов, лаборант кафедры хирургии и трансплантологии учреждения образования Белорусский государственный медицинский университет. Как поезда, морские медленные воды, не то, что рельсы в два ряда. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни крути, разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода. Сначала уже давно брали трамп на самом краешке причала, стоишь ты голову задрав. Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг ясней, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, глубокая вода, 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 чуни, вода. Уходят башенки вокзала и отдаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в ответ я прокричал. Морские медленные волны, не то, что рельсы в два ряда, и провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода. Вода, вода, глубок вода, 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 шуми. Смирнов, ваши аплодисменты, пропеллом о том, как провожают пароходы в далекие края. Ну а сейчас на сцене Владислав Артюх, ведущий лаборант кафедры хирургии и трансплантологии учреждения образования Белорусский государственный медицинский университет. Встречайте! Ты не думай, пускай они меня с ума завело. А ты-то наш.
Самое важное, чтобы слава согревали улыбкой.
сейчас на ней появится Игорь Гусак, врач-хирург туберкулезного хирургического отделения Государственного учреждения Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии. Встречайте, будет жарко! И нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка. Мотай! Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты, печки, бутылка вина. И она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Спасибо большое, Игорь Гусак!
продолжает хореографическая композиция дуэт «Сивая Юлия», медицинская сестра Государственного учреждения Республиканский научно-практический центр психического здоровья и Меренкова Екатерина, товаровед отдела оптовых закупок Республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника». Интерн аптеки номер 59 Республиканского унитарного предприятия «Белфармация» в сопровождении воздушных гимнастов цирковой студии Дворца культуры и спорта железнодорожников. Think of me fondly.
Нагнетым свинелом,
Спасибо большое. Ну а на сцене Елена Грискевич, цветовод государственного учреждения Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Солисты заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля народной песни «Терница» имени Иосифа Нестеровича. Yeah.
все туда не дойду. А помнишь, да, как я в армию пошел, и от тебя все ждал письма. Эту энергетику, да, сумасшедшую, которую после концерта артисты зарядили, конечно, вас по полной. Я стоял за кулисами и смотрел, на что способны наши врачи. Наверное, самое главное, медработники, работники медицинской сферы. Вы знаете, наверное, самое главное, конечно, за то, что, за что хочется сказать спасибо и поклониться всем вам, это за ваш труд, который помогает сохранять здоровье каждого из нас. Вы действительно настоящие герои. Спасибо вам. Вы не просто герои, вы мастера своей профессии и невероятно талантливые люди. Это сегодня не единожды показали наши участники. Ну и пусть судьба дарит вам радость общения, конечно же, долголетие, мира, спокойствие, ваши дома. Цените и берегите друг друга, потому что Беларусь – это мы. Мы с вами! Итак, для вас поет Юлия Нехайчик. Микробиолог микробиологической лаборатории открытого акционерного общества Борисовский завод медицинских препаратов. Встречайте! Звон родников и журчание душ, хлебосоль.
бесконечности дней мы спасем нашу землю любовью своей. Дорогие зрители, спасибо огромное вам, вам, артисты, за этот чудесный вечер, который вы нам подарили. Правда, это была большая честь. Это не пустые слова находиться здесь. Было тепло, уютно и хорошо. Я думаю, ты ко мне присоединишься. С вами были Дмитрий Терехов, Екатерина Тишкевич. Мира вам и добра, счастья, благополучия, здоровья вам и вашим семьям. До скорых ярких творческих встреч! Спасибо большое еще раз в конце овации вот этим прекрасным.